Національний парк Хунсрюк-Гохвальд. Зима, холодно, малолюдно. По причине отсутствия снега. Подножье горы Эрберскопф. Самой высокой горы земли Рейнланд-Пфальц. Всем привет! Здесь в лесу холодно сегодня, но мы все равно решили пойти на прогулку. И нашли вот такое интересное место. Как же здесь холодно. Место очень интересное. Идем дальше. Дорога, ведущая к лыжной трассе. Высота горы 816 метров над уровнем моря. Так бы она выглядела в снежную зиму. А так сейчас. Холодно, сыро. Ручей со снежными льдинками. Великолепное место, куда мы еще раз вернемся.
Всем спасибо за просмотр и всего самого наилучшего!